«Лицо города глазами будущих архитекторов». Сегодня в картинной галерее открылась выставка работ студентов колледжа искусств. Здесь представлены предметы прикладного творчества, проекты реконструкции и макеты остановочных павильонов, ресторанов, театров и даже транспортных развязок. В большинстве своем это работы студентов последних выпусков, но с небольшим включением в ретроспективу. Здесь мы постарались показать те работы, с каких работ начинают студенты первого курса и чем они завершают. То есть все области отделения дизайн. Основная вся работа посвящается благоустройству нашего города. Выставка продлится до 27 октября. Это первая часть мероприятий, приуроченных 35-летию колледжа искусств. Во второй части будет организован большой праздничный концерт во Дворце культуры «Энергетик», в котором примут участие именитые выпускники этого учебного учреждения. Все желающие смогут посетить его 24 октября в 17 часов.